Смартфон Infinix Zero 8 имеет безрамочный дисплей, в который встроены две фронтальные камеры, а сканер отпечатка пальца поместили на боковую панель. Задняя сторона гаджета выглядит необычно. Здесь ромбовидный модуль под 4 объектива со вспышкой и фирменная надпись посредине панели. Операционная система Android 10 обеспечивает вам новинки, удобный интерфейс и функциональные утилиты. 8 ГБ оперативной памяти и 8-ядерный процессор MediaTek Helio G90T обрабатывают самые тяжелые приложения и программы без лагов. Поэтому цена смартфона оправдана, и вы можете купить этот гаджет со 128 ГБ внутреннего хранилища, чтобы не беспокоиться о недостатке памяти. Высокая емкость батареи обеспечит до 2 дней без подзарядки. Она составила 4500 мАч. Также смартфон поддерживает быструю зарядку в 33 Вольт. Объективы Infinix Zero 8 – это настоящий подарок для всех любителей качественной съемки. Фронтальные объективы имеют 48,8 Мп, а основная камера получила 64, 8, 8 и 2 Мп. Все, что нужно для потрясающих фото и видео, будет обеспечено обширным функционалом в объективах и искусственным интеллектом камер.